Здравствуйте, друзья, вот идем. Попался рябок. Первый на сегодня. Так что, если что будет, сниму. Что бывает, когда белка попадает, видите? Оторвана. И это, видите, вот так кольцо выгнуто. И нету нифига, ладно. Вот иду, вижу, висит, а то уже столько прошло петель. И ничего, пусто. Что вот так вот. Ладно, давайте. Буба третий рябчик. Вот, когда куница. Она тут живет, там у меня. В тех краях тоже там воровала так же. Что ладно, хорошо. Вот так, вот еще один есть. Еще один есть. Ну пусть висит, будем идти вот так. Заберем его. Нет, пошли. Не съест куницу, мы сейчас придем сюда. Пошли. Тихо, я снимаю. Не съест, не успеет. Сейчас чай будем бить. Так, вот еще одна у нас петля. Пустая. Пустая. Сбита чуть-чуть. Так, ну. Вон там. Петля. Четвертый рябчик был бы. Ну ничего. Пусть куницу тоже надо прикормить. А видишь, что-то зимой надо будет. Пустая. Пустая вроде. В тот раз я тоже проверял, вот тут сожрал. Голова также была. Петля. Прибина моя валяется. Вот видишь, перья. В тот раз тоже тут сожрал. Еще одна петля тут. И чай будем пить. Пусто. Ладно, так, все, выключайся. Так, идем. Там я не стал показывать, там у меня тоже был рябчик, кто-то снял с петли. Ну, человек. Вот, попался. Так, ладно, сейчас там спущусь, еще одна петля. Заодно сниму, может. Что попалось? Да, самка попалась. А скоро капканы будут заряжать. Пусто, что ли? Не вижу. Оп! Чуть не упал. Пусто, так что вот так вот. Пусто. Ладно. Выключаемся. Вот. Еще одна. Еще точнее один рябчик. Так, сейчас я сделаю переезд на другой путик. Если на велик. Если что попадется, сниму там. Ладно. Тут видите место. Песок он бывает порхает, и вот петля стоит. Вот, друзья и гости моего канала, пошел я еще один путик. Он был глухарь, оборвал петлю, ушел. Ну и не стал ничего снимать. Я вот из землянки своей пришел. Сейчас будем топить печку, варить
из этих рябчиков, что добыл на том путике. Это супчик. Кто-то смотрю. Вот это я в ванну притащил летом, чтобы чай греть. Но пожара не было. Давайте выйдем на водоем. Уток не видать, не было. Что? Вот так вот. Ну чё, друзья и гости моего канала, будем готовиться ко сну, кушать, спать, а утром домой собрать клюкву надо будет. Вот, вот лес, лес, там болото длинное идет. Пособираю клюкву, ну и потом домой пойду. Чё тут? Что делать? Так что у нас уже заморозки начались, утром хорошие заморозки. Я, слава богу, тогда построил тут. Сейчас будем пить чай, кушать. Ну все, до свидания, друзья, люби, здоровья, всего наилучшего, пока.